Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников, их автобиографией. Игнатий Степанович Щедровский, русский график-живописец польско-литовского происхождения, выдающийся жанрист натуральной школы, ассоциировавшийся с венециановцами. Игнатий Степанович Щедровский родился 15 сентября 1815 года в польско-литовской семье титулярного советника. Учился в Вереском университете у Рустемоса. В 1833 году переехал в Петербург, где пытался на казенный счет поступить в Петербургскую академию художеств, что, однако, ему не удалось. Поэтому с 1833 по 1836 год посещал классы академии художеств в качестве вольноприходящего. Во время учебы зарабатывал себе на жизнь репродукционной литографией с известных произведений искусства. Так, в частности, он литографировал детали картины Брюллова «Последний день Помпеи». В 1834 году представил ландшафт масляными красками на получение звания неклассного свободного художника. В 1836 получил звание свободного художника во внимание к хорошим успехам по части венециановской живописи. В 1839 Щедровский выпускает свой первый альбом «Сцены из русского народного быта», 36 литографий. Литографирование выполнили художники Умнов и Белоус. В 1842 получил звание академика живописи за картину «Русская свадьба». В 1845 выпускает альбом «Вот наш». Наиболее известные работы художника – это «Продавец кваса», 1837 год, «Столярная мастерская», «Прачки», «Игра в свайку», «Продавец рыбы», «Плотники», «Чтец на набережной», 1839, «Разносчик и извозчик». В некоторых источниках проходит как Н. Щедровский, вероятно, из-за схожести описания инициалов И и Н. Ну вот так вкратце из Википедии о русском графике и живописце польско-литовского происхождения Игнатия Степановича Щедровского. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.